А это итальянский, да, синнабон? Это американский. А? Американский. Американская? Да. С маслом все так вкусно будет. А еще что там идет? Скарин. А? Макара. Макара. Макара? Да. Что это такое? Это макара с корицей. А, корица? Да. И сладость еще, да? Да. Круто. Сейчас посмотрим дальше, что будет делать. Это сахар, да? Нет, макара вместе с сахаром. Я думала, сахар. Все по весу рассчитывают. Думаю, такая вкуснятина. Потом нарезаете, да? Да. Сахар и корица. А? Сахар и корица будет так. Вместе, да? Да, вместе. Ну, у вас уже ловкость рук, все уже быстро-быстро делаете. Умелые руки. Прямо аромат благоухает, не передать словами. Мы даже вот в сторонку там со стороны улавливаем аромат, и я такая говорю: девчонки, блин, так вкусно, что бы там вкусно у них пахнет. А вы где работаете? А? А вы где работаете? А вот здесь, напротив. Это уже чтобы равномерно все распределялось, да? Да. Это вы делаете как улитик? Как рулет будет, да? И потом да, только да. Нарезаете. Да, да. Как рулет будет. Просто это со вкусом отличается. Круто. Рук и какая красота сейчас получится. Сейчас посмотрим. И потом это все распределяет и в духовку. Выпекают очень вкусные кексики, или как называется, синнабоны получится. Вот такие, думаю, вкусняшки. Все это измеряет, видите? Все как положено. Ножом сразу сколько сантиметров. А потом ставить в духовку, да? Да. А потом ставить в духовку. Да. Вот он равномерно будет распределять.
На формочки, да, ставите? Как? На формы и в духовку? Да. Вот тут бумагу, чтобы не обгорело. Кулинарную бумагу. И, думаю, потом уже будут выпекать. А готовые изделия вы уже видите, когда вот именно продают их. Получается по 6 штук. А в одном 6, а в другом тоже 6. Я думала 8. Прекрасные мужские руки изготовили. Прекрасные мужские руки изготовили вкуснятину. И теперь в духовку? А? И теперь в духовку ставите? Нет, сначала руки, потом печку. А, настаиваете еще, да? Когда они, тесто поднимется. Ага, и потом уже, когда поднимется, ставите в духовку. Спасибо вам большое. Дома делайте.